Анетики лига скучная, от лута гроз строит сложный, лига сдох, лучше быстрее, ламыч. Кравч пушки циклон делает ну, блядь, да. Это одна из лучших лиг, no jokes. Просто сейчас у большинства игроков, как бы, блядь, они играют в игру. Они играют в игру ради какой-то, блядь, выгоды. Типа, чтобы, блядь, выгодно было там что-то это, блядь. Вот если лига это, блядь, то не это, блядь. Ну, типа, мышление какое-то совсем ебанутое. Алло, блядь, чел, получаю наслаждение от игры, блядь. Просто, блядь, делать что-то по кайфу и все, блядь. Мне вот заебись крутиться, блядь. Я кручусь, блядь. Я говорю, это вообще охуенная лига. Настолько больше возможностей добавилось в этой лиге. В плане крафта, и в плане шмоток, и в плане... Вот, блядь, это первая лига, где реально легчайше засетапить фул капрес. Ну, именно фул капрес. Это же просто охуенно. Так, ну давай, хотя бы одну, блядь. Есть один. Два. Три. Оу, дэйм, бой! That's a lot of money! Оп, 5 экзолей, блядь. Оп, 5 экзолей, нахуй. О, а что это? А это еще 5 экзолей. Stonks Club. А чё сегодня с игрой? Почему я нормально торгую, блядь? Забанили нахуй всех ботов, наконец-то? Ебать, я со всеми нормально торгую, чат! Ебать! Охуеть. Не, ну это праздник, пиздец какой-то. Ебать, я, кстати, ману засетапил, пиздец. Короче, апнул Precision до 6, ну с 5 до 6. И у меня самый дорогой скилл Enduring Cry. 26 маны. Отгадайте, сколько у меня маны? 26, блядь. Ой, ебать, как я люблю, когда такое совпадает. Пиздец, не знаю, я прям кончаю нахуй. Может, по поводу Diablo 4? Уже даже не жду, потому что, блядь, ну я хуй знает, как переигнать Поя. Хотя бы догнать Поя, ебать. Текущие Blizzard этого сделать не смогут. Назовите последнюю игру от Blizzard нормальную, которую даже поиграть можно. У меня это StarCraft, а Legacy его доводит. Все, что остальное выходило, это полное дерьмо. Креатушечка, ебать, нихуя себе, блядь, нихуя себе. Ну, это экзов 15, минималочка, блядь. А Haunted Edge, это что вообще такое? А, вот. Чел, если чё? А если чё? Ну, это 15-ка минимум. Haunted Edge, блядь. Ну, короче, да, была такая лига, тоже пиздатая, вообще фановая, которой самой главной фишкой было то, что на каждой мапе выпадали жетонщики, и жетонщики носили функцию прошлых лиг. Была специальная вкладочка в меню у тебя, где ты мог вставить 3 жетона, и вот эти 3 жетона действовали на следующую локацию, в которой ты окажешься. Причем неважно, мапа это будет или просто локация актов. Вот, также в Legacy лиге выпадали таймворн ключи, которые открывали доступ в комнату, где хранятся Legacy предметы. То есть, ну, 1000 хп КО может тебе выпасть, допустим, да? Фейсбрейкеры 1000% тоже могут выпасть. Там лютый казиныч вообще. Чаще всего говно, конечно, падало. Вот такая вот лига была. Бля, крутая лига. И вот эту механику с жетонами перенесли в игру спустя полгода, обмозговав ее как скарабы. Теперь эти жетоны можешь юзать прям, ну, в машинку. Так что каждый раз, когда вы юзаете скараб, вы прикасаетесь к прошлому Поя, так сказать, к Legacy лиге. Ну шо вы, блядь, Сирус, давай, блядь, давай, поебимся, блядь, потрахаемся, ебать. Ой, блядь, давай, блядь, давай, блядь. Ну типа сирена, блядь, пиздела начинается. Неплохо. The Fire 40C. Ну, выкину руб нормально, 4 экза. Ой, бля. Да, ты можешь вообще, как бы, чуть не сказал, блядь. Сейнт, цик, сейнт. Можешь спокойно миротирить, ну, типа, миросервисить это кольцо. Это миротирует, но уже... Минус 9 монокост of skills. Если чё, 8 монокоста стоит циклон. Ну если чё, блять. Ну если чё, блять. Циклон бесплатный. С этим кольцом не нужна тушка.
Киношечки посоветуешь, JBL, конечно же, вот у меня на голове JBL Quantum One, отличные, шикарные наушнички. Сандер, Лазере, Double Strike, Dual Strike, БВшка, из недавнего пробовал Divanair Arc, не понравилось, ну хотя Arc Inquisitor, кстати, более-менее интересно. А Winter Warp, конечно, Рафлани Бала Дэмэдж. Прошлую лигу играл Блид Гладиатор с луком, значит, пунктура, блять, понятно? Поэтому... Хули выебываешься, минер. Ну ты по-любому же минер. Ну ты же минером стартанул, блядь. Ну что ты, блядь, сидеть сейчас будешь, не рассказывать. Или, блядь, не Крачевым, хули. Какая нахуй разница? Оригинальный ты мой, блядь. По-любому же биологи есть в чате, да? Ну, блядь, вопрос. Ну, короче, смотри, блядь, серьезно вопрос, нахуй. Почему эволюция заставила человека встать на ноги? Что-то, блядь, сижу, вот лапки покупаю, пиздец мучает вопрос меня этот. Блядь, сразу видно в чате, кто еще не эволюционировал, нихуя. Блять, тупо, блять. Блять, чисто, блять, дефолтные нахуй. О, нихуя, это охуенно. Pride, этот MPL, это охуенно. Я такой джевел юзаю, вот смотри. Если чё, Pride MPL, 2 additional hits, это считай около 40% more physical damage, если что, блять. Ну, если что, блять. Понятно, вообще не донатить, вообще не надо, пив. Ты, походу, не в курсе, да, что у меня донаты не зачитываются. Поэтому ты наспамил пивко аж в 3 строки, блядь. Мне сегодня в личке на полном серьезе написал чел. Прям, блядь, с максимально серьезным ебалом писал, сидел. Скинул гайд, как настроить звуковые уведомления, чтобы текст зачитывался. О, мой гонец! Летс го! Пойди маме расскажи, блядь. Фу! 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 Значит, смотри, нажимаем вот так вот. Ну, 16 си ставь, хоть нормально. Не, actually, экза 4 можешь поставить. Your offer? Offer? Тут такой фанни чест выпал, да, тут вчера. 1x. Ну, я, в принципе, согласен, чтобы за 1x ему это продать. Да, блядь, забирай, нахуй, господи, блядь. Заходи, нахуй, дорогой, блядь. Да, он призадумался, походу, призадумался, блядь. Ну, он же сам x предложил. Ебать, дебил конченый. Сам предложил офер. И отказался от него, блядь. Блядь, какой сучин потрох, блядь. Подтверди. Удаление 4 хедхантеров. Ой, это, блядь, докторов. На нахуй. Ебать, ваншот! Блядь, ваншот, нахуй, красиво. Все, давай, удачи, блядь. Красиво, блять, красиво, пиздец. Блять, ну это больно на самом деле, пиздец. Играю в змейку в стэше, блять. Очень хочет еще один доктор просто. Бай-бай. 5 докторов удалено. Еще желающие есть, чат? Еще желающие имеются в чате, блядь. Удалить свои доктора, докторы. Может, House of Mirrors удалим? Я тоже, в принципе, не против. Люрин Баунти. Тут у меня вообще стол, блядь, фул этой хуйней забит, блядь. Тупо стол казино, блядь. Это рулетка ебаная, нахуй. Сам взял из капхеда. Чел. Ставку будешь сделать, блядь, или что? У вас появилось желание что-нибудь удалить? У вас много карточек? Приносите сюда. Передумал. А чего это, блядь? А чего это, блядь? Нет, тут просто, понимаешь, за большой неудачей идет огромный, ошеломительный успех. Ты, блядь, зря отказываешься. Зря. Так, а что там, кстати, по итогу с дизреспектом этот чат? Что-то я, блядь, не читал давно, хуйни этой всякой. Да боже, кому только Twitch бан не дал, блядь, это вот не новость вообще. То, что Twitch кого-то там забанил опять, это, блядь, вообще. Уже даже неинтересно читать, то есть ты читаешь такой, Twitch забанил, понятно, ты уже похуй, кто там, кого, блядь.
Не, про то, что площадка у них там своя готовится какая-то, это я... Да, это... Наконец-то супер больших стримеров заебало нахуй. Они решили запилить свое, что там, блядь. Очень надеюсь, что будет заебись. А то, что там миксер, блядь, микшировал, блядь, да? Не, блядь, вымикшировал, блядь. Уйдут на Good Game, наконец-то Good Game заживет, блядь. СКДТВ, к сожалению, мертв. Отвечу, кстати, пизда настала, когда его Амазон выкупил, да? Ты сказал, что никогда в тренинг надо убирать своими бандосами, это правда? Это не чисто рассказал, блять, а в принципе механика игры. Чё за, блядь? Суть в чем? В том, что когда челы враждуют друг с другом, то они иногда приходят набить друг другу ебало, а в этот момент ты типа такой заходишь. И может получиться так, что бандосов 5, а то и 6. Но я максимум 5 настакивал, что у меня 5 бандосов, блядь, стоит в одной руме, блядь. Там один с Сента, другой с Форты, блядь, а я вообще в ресерче стою, блядь. Нет, отоставят вопрос. Всегда оставляли лиги, которые нравились комьюнити. Как может, блядь, комьюнити не нравится то, что ты сам можешь сделать мирор-шмотку. Ну, то есть это вполне реально. А не вот это вот хуйрга, блядь, в пати в шестером, блядь, вы фармите там 5000 экзов, а потом как долбоебы вкидываете экзы в шмотки, хули. Ну, типа, стопроцентно ставят. Его занерфят. Вот это возможно. Добавят кучу тегов модом, блядь. Занерфят. Синтеза нету. Синтез очень хуёвая лига была, блядь. Там реально как... Прям вот Паша, блядь, вот Паша всю суть лиги передал. Просто, блядь, заходишь к деду в Nexus, дед тебе говорит... Либо ставь, либо иди нахуй. Ну то есть, все. А вы были в курсе этой хуйни? Моды на карте, вот это, Speed, Extra Cold, распространяются на Инара. То есть они бафят Инара, блядь. Смотрите, как Инар бахает, смотрите. Под модами, блядь, NPC, просто пачку разъебал. Смотрите, вот еще. Зафризил. Просто пошли нахуй, ебаные. Забавный факт. Таких микрофишек в игре, блять, вообще килотонна. 90 выпал Mirror. Если бы на этот момент была миррорная пушка, вот прям реально все Т1, то есть максимально идеальный ган, я бы его замиррорил и с ним бы бегал. Hold me closer. Ай-яй-яй. Блять, серьезно? Боты собирают хаос рецепт? Это не шутка, да? Ебать хуерга, боже. А, такого просто взял двушку в химках? Нет, трешку. Просто подумал, слева от меня взять трешку, вторить, что думаю, все. Бро, я без понятия, как ты живешь. Есть ли у тебя семья, блять, дети? Я ебушь, что ли? Бля, если б я жил соло, я бы студию себе купил, блядь. Ну, квадратов 20, нахуй. И вообще бы не парился. Нахуй мне кухня, я, блядь, не готовлю ничего. Я бы себе просто по КД, там, какой-нибудь, блядь, муму заказывал. Там. На 500 рублей в день, там, муму можно, блядь, ужраться, нахуй, вообще. Я хую. Тут все от этого зависит абсолютно. И такой еще вопрос. Нанимаю какой-то организатор, который продал квартиру застройщику по ГОСТам. Все. Нет, у нас не было на это время. Даже если тебя зайдут, обнаружат, что там стены кривые, еще что-то, чел. Надо будет несколько месяцев на то, чтобы это все исправили. Поэтому тут как бы дело такое. Нам надо было побыстрее заехать и жить в своем, потому что мы с Танькой знали, что вот эта вот корона история, блядь, разовьется и пизды. А если бы мы сейчас остались, блядь, на съемной хате, платили бы за съемную хату, потом за ипотеку, блядь, на хате, в которой мы не живем, блядь, ебать, кайф бы было вообще. Нет, не кайф, блядь, не кайф. Вот мы вообще фастом заехали, без проверок, без ничего, и вот живем. Да, есть проблемы, безусловно. Их дохуя, но живем, в принципе, окей. Дурка готова, фул почти. Я говорю, надо вот только за спиной разобрать всю эту хуйргу, но пока некуда все это расфасовать. Купить диван, нормальную шторину, блядь, и все, и дурка готова. 3C, блядь. 3 хаоса, ебать. What a time to be alive, блядь. Ну, у меня топовая так спит, поэтому 10, ебать. Охуеть, Евгений, блядь. Какой сумасшедший лут. Так, руины проформили. Ебать, тут вообще классно как. Ёбаный. Очень много Frozen Hollow. Рядом еще Sulfur Vents. И тут еще Busel City. Ебать кайф, бля. В Делве есть очень маленький шанс, что выпадет Triple Corrupted какой-нибудь гем.
он очень маленький, но он есть. Катаемся. Это чё, блядь? Чел, что это за кольцо ты мне дал, блядь? Я, окей, ладно, я не буду спрашивать, нахуй. Меня не волнует. Да, нон-ченнелинг, да, тебе? Всё, отлично. Ебать, что я увидел, нахуй? Ебать, я ужас какой-то наблюдал сейчас, блядь. Да, пожалуйста, пожалуйста. Бля, я бы, знаете чё? Я бы, сука, симулякры пофармил. Бля, что-то вот, что-то так резко захотелось, блядь. Но на них отъехать есть шанс. Вот этот босс, блядь, второй опасный мужчина. А сколько симулякр стоит? 2,5 года? Дороговато. Чел, у меня кондёр дует в пол на минималке. О чем ты вообще, блядь? Кондеи вот 15к стоит. Надо типа не так уж и дорого. Да ёбаный рот, блядь. Мне нужно кольцо с тремя резами. Чтобы одно из них резов был хаос. Вот что мне надо. А не вот это, блядь, твоя параша твоя. Урон, 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 урон. Урон. А, ХП минус монокост. Ай! Блядь, это как, где у тебя все резы, блядь? В поясе, блядь? Или чё, блядь? Ебать, это же вообще смешные значения, блядь. 7, блядь, 17, ебать. Что это вообще, блядь? Чел, я не прошу у тебя совета, ничего вообще от тебя не надо, блядь. Завали ебало, смотри стрим или не смотри, мне вообще похуй. Нахуй ты пишешь что-то, блядь. Блядь. Ёбаный ваш рот, нахуй. Сука, из-за тебя ебло... Блядь, все, я тебя нахуй в игнорке. Из-за тебя, блядь, еблана, я забыл, что Magic кольцо не может иметь 2 префа или 2 суфа, блядь. А лишь 1 преф и 1 суф, блядь. Я проебал, хули, крафты, блядь. Сука. Потому что ты сидишь и хуйню свою пишешь, блядь, дроченую, блядь. Чё за нахуй манера, блядь, у людей, блядь? Какое-то, блядь, нездоровое желание помогать, блядь, абсолютно. Прям совсем нездоровое, блядь. Блядь, чё... сука, как у меня, блядь, очко подгорело, нахуй. Типа, блядь. Короче, я ему говорю, не надо мне ничего. Короче, смотри, тебе надо то-то, это... Чел, мне ничего не надо вообще, не твое кольцо, ебано, чё. В общем, там регалочку кидаешь, блядь, импримтишь, блядь, ебать, хуим. Чел, мне ничего не надо, тебе отъебись, блядь, не пиши ничего. В общем, ты понял, все, давай, как сделаешь, позвонишь, блядь. Ебаный, блядь, что с тобой не так, нахуй? Бэм, ты один, чё-то прол, охуенно. Вот теперь, да, блядь, нужен импринт, блядь. Блядь, как нахуй, у меня нервный, у меня сейчас, сука, нервный тик будет, блядь. Меня сейчас, блядь, жмыхнет люто, сука. А кто пчелок уважает, того пчелки не кусают. Не, лига охуенная, блядь, полный долбоёб назовет эту лигу хуёвой. Любой человек может закрафтить все, что угодно в этой лиге. Это же, блядь, охуенно! Это же, блядь, охуенно! На ССМ фичелы впервые в жизни смогут поиграть комфортно, блядь! А не вот это вот... Ну, ебать, опа, алхимочка нахуй, ой, ебать, хаосик! Ой, амулетик на хаосетик, блядь! Опа! Ёбаный ваш рот! Зумеры-бумеры ебаные, блядь, сидят нахуй, дрочат, блядь! На аниме ебучие ваши, блядь, там это, блядь... Раскройте глаза, блядь, долбоёбы! Я за 5 минут эту хуйню скрафтил, это же пиздос! Это же пиздос, как круто, блядь! Сейчас приду! Что это, блядь? Слушай, ну... 4 лир, чисто кэжуал, блядь. Нахуй вы мне какую-то парашу скидываете? Короче, нужен Паша! Блядь, я вообще не могу... Не, всё. Го, в пизду, блядь. Го, пофармим еще. Это охуенно? Охуенно. Но нужен Паша. Блядь, я... Не могу, у меня мозг нахуй разрывается. Мне нужен мой друг, блядь. Который за меня все обмозгует, блядь. Все, да не, он же спит, блядь. Уже логаут можно сжать, в принципе. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.